У нас очень много в Финляндии газет бесплатных, которые разбрасывают ящики. И появились такие наклеечки на ящик, типа «рекламу не бросайте». Сегодня я получил первый раз письмо от рекламной газеты, от одной, приблизительно с таким содержанием. Подпишитесь на нас, вот, и мы вам будем типа доплачивать. Ну, там, бонусы всякие, подарки и так далее. То есть теперь рекламная газета не просто бесплатная, ее, за нее еще доплачивают, чтобы вы ее могли открыть и почитать. С рекламой вообще стало как-то очень грустно. Вот эта гора информации, за которой, в принципе, еще 10 лет назад гонялись. Семинары, конференции, Хазин, Гильбо что-то новое сказал. Все ловили жадно, покупали записи этой ерунды. А сейчас информации много, и все пытаются до тебя ее донести, но тебе уже ничего это не надо, не интересно. Соответственно, вся реклама, вся информация, вся идущая через газеты, через телевидение, через интернет, она вся практически не читается. Заставить человека прочитать что-то очень сложно. Заставить человека прослушать какую-то лекцию полуторачасовую того же Хазина практически невозможно. Единственный вариант, на что люди еще ведутся, это на жадность и на сейчас возможность высказать свое мнение. То есть они превращаются из потребителей рекламы в генераторы рекламы. Поэтому если вы что-то хотите продать, все очень просто. Вы пообещаете взамен вот этой своей рекламе дать возможность клиенту высказаться.